Дамы и господа, мы вам здравствуйте, Турик, продолжаем. Два бубля вчера, так сказать, получил. Категорию А оборона держит шикарно, конечно. Вони Пруха у ребят. Красный центр, Бримстоун. Миньона Сосальчиц. Давай, погнали. Тут хилов вроде я не вижу. Вот такая тима ему должна зайти. Так, вот эта девочка, кстати, убить может. Легонько так, не напрягаясь. Надо быть к ней готовой. Так. Давай вот так вот. Ну, не надо лишние камни выводить. Так, мы ее сейчас снесем. Убьет, а? Так. Первая тычка пойдет, нет? Пошла родная, вторая пошла, третья. Отлично, мы, наверное, все равно вот так сделаем. Еще тычки будут? Пожалуйста. Раздаем сюда. Тычки. Невелички. Чик. Ну что вы промахиваетесь? А ну давай еще раз. Тыщ, тыщ, тыщ. Добили. Понравилась действительно связка. Так, мне кажется, тут все то же самое. Идем. Желтенькие. Немноженько комбят они, да? Ну ладно, давай. Центр нам разрешает это делать. Давай так. Сразу фиол заряжается. Да, 5 фиолетовых уходит. Что ты будешь делать? Ой, как много фиолетовых ушло. Ну, можно было и добить уже там 1 хп. Практически. Так, все красиво вроде. Опять нажимаем его, его нажимаем. Тычки будут? Есть, попали прям в темечко. Сюда давай. Уклонение, но тут не уклонишься. Держи подачи. Ну нахрен убили. Не того убили вы. Его еще сейчас возьмут, да скопируют. Так, а ну еще тычки будут? Ну нахрен. Ну давай попробуем фиолетовыми камнями и желтыми, может добьем ее. Нет, чуть-чуть не хватило. Колес зато хватило. Понятно. Ворота опять у нас в строю. Ладно, опять пробуем попасть. Как хорошо попали. О, все, один остался. Бобрик. Так, так, еще сделаем. Там плюс к атаке идет хороший уже. 1122 влупливает. По-моему, я собрал связку мечту просто. Ну, это, конечно, когда камни фиолетовые есть. Так она может мечта-то превратиться в тыкву. Ну, хотя бы вот как сейчас. Фиолетовые камни вроде есть, а вроде нет. Зима пришла, ребят. Сижу в машину, грею после работы. Ну, давай так. Теперь каждый раз так придется делать. Снегом все обросло, снег выпал. Так, диспел как раз сейчас будет. Но атаку подрубило. Ладно, раз, два. Блин, наверное, зря я сюда ударил. Ну ладно. Давай красного зарядим. Опять в нее полетело.
Так, щиточки есть. Ерунда. Оп-оп. Так, а обезьяна-то диспейлить умеет. Давай ее добьем, а? Воскреснет? Нет, просто по слова. Сдиспейлила, да? Так, так. О, она воскресать не стала. Отлично, ладно, живем. Пью. Еще раз гончик. Так, все, одна тычка. Так, желтый зарядил. Так, прикрытие. Хорошо нахиливает, как следует, да, этот мушкетерчик. О, слепота отработала. Блин, он бьет по 350. Ладно, давай еще разгон. Никто бить не стал, да? Так. Так, снялось. Ладно, вот так. Раз, два. Чё? Ну? Воскрес. Пойдет. Прекрасно тапок работает. 675. Ну-ка, смотрим, сколько урон сейчас будет. Так, она добьет, наверное, кстати, этот сам. Нет, не сработал. Вот так. 920. Все, добили, ребят. По 667 тычки с руки уже полетели. Пойдет. Эх, желтого зря взял. Утка не зайдет. 5 камней есть. Ну, есть фиолетовые камни, это вообще без вариантов получается. Ага, у него таун там в углу стоит. Слепоту видали, кстати, через всех пробрасывает, да? Так, что он сделал? Стрельнул немножечко, да? Так. Отлично, не зарядили, своих зарядили. Все, пойдет. Нажимаем так опять. Убьет? Нет. Ну, давай вот так по центру шандрахнем. Может, зря не добил. Ну? Ну, так всех расхлестало, короче. Давай, держи с руки. И тычки, может, добьют. Да. Раз, два. И три. Ну, на вид команда непобедимая, когда есть 6 фиолетовых камней. Вот, Альфрика началось тут, короче. В деревне утро тут утка не зайдет точно. Тандерклапик, может, зайдет. Погнали. Так. Фиолетовые камни. Давай мы прокинем, короче. Посмотрим, откуда еще фиол пойдет. Ага, ушел фиол. Ага, пришел фиол, можно сказать. Так, не понимаю, как сделать. Не понимаю, как сделать. А, ну прокинуть надо вот так вот, да? Тюк. Все, всех зарядил вообще. Пойдет. Так, нажали. Так, звезданули.
Так, так, всех нажали. Что там происходит? Все, тычками затыкали, короче, насмерть, без вариантов. Так, так. Блин, я просто в шоке, что творит этот тандерклапик. Ой, тут им. Ну, вы поняли, короче, да, кем атаковал. Даркфизер. Все, ребят, удачи вам, пока-пока.